уважаемые селяне, спортсмены, участники соревнований, ну и просто те, кто пришел на вас поболеть, гости сегодняшнего замечательного мероприятия. Я всей души поздравляю вас практически с Олимпийскими сельскими играми, которые принято проводить на Вологодщине. Все сегодня вам благоволит. Замечательная погода, которая стала подспорьем для участников. Ну и хочется сказать, что те усилия, которые вкладываются в развитие спорта в Вологодской области, не проходят даром. На сегодняшний день представителями сборной Российской Федерации во многих видах спорта являются выходцы именно с сельских территорий Вологодской области. Биатлон у нас представляет Бабаева, полиатлон у нас представляет Кады. Поэтому говорить о том, что спорт замыкается только в крупных городах, как это принято говорить во многих местах, на самом деле в Вологодщине не так. И очень здорово то, что Сопольский район, администрация Сопольского района принимает столь активное участие в организации этих мероприятий. И я хочу сказать большое спасибо организаторам, которые сумели организовать все на столь высоком, должном уровне. В первую очередь хочется сказать слова благодарности спортсменам, потому что для них, наверное, эти три дня были достаточно тяжелыми, и они показали свой профессионализм во всех видах спорта, поэтому в первую очередь спасибо вам, ну и зрителям, гостям соревнований, гостям мероприятий. Также спасибо, что вы все три дня были с нами и участвовали во всех соревнованиях. Ну, и хочется пожелать новых спортивных побед, новых тренировок, все самое хорошее. А предложили у нас председатель спорткомитета поучаствовать. Вот, поехал. Сразу, да, согласен? Да, так, развеяться, как говорится, для себя. Ну, пригласили, идея, конечно, от мамы была, вот, папа только сказал согласие, что, ну, вот, а так проучаствовали, очень понравилось, особенно дети были, понравилось, тяжело, конечно, нам пришлось на соревнования, вот, особенно нам, родителям, вот. Вспомнить молодость, но все понравилось. Сейчас награждать будут второе место. Вот у нас мама, папа, я спортивная семья. А там, то есть не в конкретном, да, спорте? Нет, не в конкретных, да, по общим очкам выходилось. То есть вот дартсы мы первое место, легкая атлетика и эстафета убежали пятые, к сожалению. Вот, и веселые старты тоже, вот вторые или третьи мы вот тоже. То есть по общим очкам вот вышло, что мы второе место заняли.